Смотри, я показываю, сколько я на себя трачу. Там миллион на полтора, наверное. А ты гуглишь? Честно, гуглишь? Зато, ребят, мы увидели, как выглядит бывшая девушка Егорика. Что? Тебе не стыдно, честно? Но это же вообще ничто. Тебе большой привет, Хабибке. Слушай, ягоду малину. Это нам надо. У тебя есть фото, где ты пьяная? Это нам надо. К тебе подошел на улице мужик. И засосал тебя? Всем привет! Прости, пожалуйста. Посмотрите на прическу Сани, так и начнем. Всем привет, меня зовут Егор Шкрет. Всем привет, я Яна, и вы на моем YouTube-канале. Со мной сегодня Саша Монтажник и Егорик. Это я. Снова они. Куда же без них? Снова в мерче. Они даже на моем канале в своем мерче пришли. Это не мерч. Это бренд. Я сам, кстати, ошибаюсь и говорю мерч. Это бренд. Ну что, ребят, сегодня мы снимаем супер популярную рубрику «Что в телефоне?». Да. Ее снимали вообще все. И я подумала, ну я тоже хочу. Но я посмотрела, что недавно вышел прикольный видос, ну как недавно, месяца три назад, у Крида. Будем снимать замечательное видео. Где они Бустер, Крид и Масленников. Дима. Да Любочка, ты... В общем, они необычно подали эту рубрику, то есть они не просто лазали в телефонах, а у них были какие-то карточки, они вытаскивали и должны были определенно что-то показать каждый. Я придумала 18 заданий, то есть то, что можно показать в своем телефоне. Задания не повторяются. Каждый по очереди достает одну карточку и только ее и выполняет. Если отказываешься выполнять, то выпиваешь одну рюмочку отвратительной жидкости. Это не алкоголь, ребят, это отвратительные напитки. Просто их чуть-чуть. Но так. Прежде чем мы начнем, я хочу вот тебе подарить... А мне что подаришь? Ой. Оно, правда, мягкое, но ничего, у меня есть еще. Эти яичко, вот. Блин, оно тоже мягкое. А мне? Блин, спасибо. Блин, мне... Ну что тебе? Еще? Еще вот, потому что они мягкие, вот тебе еще вот. Это тебе. Спасибо. Ну что тебе? Подари мне тоже яйца. Ребят, поддержите меня хоть лайком. А ты был бы рад батон, если бы тебе купил? Да, я всему рад был бы. Ладно, честно. Саш. Куда тебе батон? Реально? Ну ты сегодня у нас тамада вылитый. Вообще, конкурсы какие, какое веселье сразу. Все, я все свои... Я все свои козыри выпулил, давайте теперь начать. Кто первый будет тянуть? Давайте на камень, ножницы, бумага. Да давай ты первый. Ну да. Пошел я нахер. Да быстрее тяни. Там ничего жесткого. Давай. Что там написано? Включить воспоминания, которые делает iPhone со своего ДР или еще что-то. Короче, знаете, что это воспоминание? Это то, что iPhone периодически сам делает воспоминания. То есть он берет фотки, видео и нарезает их под какую-то дурацкую классическую музыку. Кстати, у него руки трясутся. Господи. Нет, это, ну, воспоминания. Ну, давай стусовки. Могу стусовки? Да, стусовок давай... дофига. Стусовки какой-нибудь. Да, я хочу воспоминания из Турции. Поехали. Блин, сейчас такое может быть. Красиво. Папа, с ребятами. Там дудку убрала? Там айкос был, это не мой был. Идем в турецкий магаз, если вам интересно, что там есть. Здравствуйте. Что такое врезается? Это айфон. Подожди, тебе большой привет Хабибке. Это привет от Хабибки. На секунду, спасибо Любе. Она попросила. На рыбалочку. Блин, прикольно, слушай, тут затесался Хабиб. Хабиб, да. Это вообще бенгер, можно его в клик? Давай, теперь ты или я? Давай я. Так, окей. Вкладки в Safari. Там вообще у меня одна порука. Блин, он же гуглит всю дичь. Не, я выпью. Нет! Но я выпью. Ты не будешь показывать вкладки в Safari? Реально? Ну это лично, прям лично. Вы что, в камон? Safari вкладки. Это... Покажи. Мне интересно, ты гуглишь? Честно, ты нагуглишь? Что это? Ладно, окей, пей, твой выбор. Погода? Ну вот давай красную, вот эту вот слева. Даже это как будто соевый соус, я не хочу соевый соус. Если это томатный сок, я его люблю. Это томатный сок. Секретом. Острый. Сразу водичку. Была... Нет. Пожалуйста, водичку. В этом же смысл. А надо было показать Safari. Я тяну. Давай. Следующая карточка вот эта.
Видео, за которое тебе стыдно. Есть такое? Имеется? Очень обширно. Только мои не показывай. Блин, такое чувство, что у тебя нет такого, таких видео, за которые тебе стыдно. У меня была история, как я танцую, и ко мне подходит мужик и целует меня в засос. Я тогда в шоке был. Что? Да, серьезно. А почему ты его просто резко нанял? Ну, я думаю, это не вызовет никакую реакцию, просто посмеетесь, я чувствую себя как будто осуждение. Подожди, к тебе подошел на улице мужик? Не на улице, в клубе. И засосал себя? Ну, я стою, танцую, и он мне подходит, вот так берет и целует. Йоу. А что так вызвало? Я думал, это в тему будет. Ну, а это вообще остановило все съемки. Я просто не ожидал. И ты мне не рассказывал такое вообще. А что, я должен прийти, Егор, прикинь, засосать. Да. Это же было 4 года назад. Вообще даже с тобой знакомы не были. Тогда это было то время, когда у тебя не было этой шикарной прически. У меня вообще ничего. Кто к тебе подходил, вообще интересно? Мужики. А теперь благодаря Мерчу подходит девчонка. И не только девчонки, все. Короче, ладно, я нашла, ребят, я нашла видео, за которое мне стыдно. Но это единственное, что пришло мне на ум. В общем, мы отдыхали в Египте. И мы шли втроем, и пацаны такие мне говорят: блин, Ян, давай быстро танец выучим и всех удивим. Мы, короче, отошли, за 5 минут выучили танец. И пришли, и всем станцевали его. И мне, правда, стыдно за это видео, потому что, ну, мы танцуем. Но, вообще-то, я помню это видео, ты там нормально танцевал. Смотрим. Ну, я бы не сказал, что она стыдная. Ну, нет, я не знаю. Мне стыдно, что мы танцуем в лобби отеля вечером, включили музыку на всю, и все это смотрят, и мы еще очень плохо объективно танцуем. Да, короче, нет, ну, на самом деле, нормально. Но засчитано, засчитано же. Засчитано, да. Переписка с другом ВКонтакте, когда ты был ребенком. Ой, это супер смешно. Да. Я когда-то зашел так в переписку, самый старый ВКонтакте. Я такой дебил. Давай, чи. Давай. Ну давай, полистай. Сань, на своем телефоне посмотрю и еще. Да подожди, Саня, там по поиску можно фото. Все, ребят, я готов. Поехали. Да. Первое сообщение с ним — go в скайп. Я не дома. Ну ладно, я с Димой в городе, тут Wi-Fi. Я, короче, не смогу приехать, я уже на речку. И я пишу: ну ты олень. Че за переписки? Я, короче, не пойду на рынок. На рынок? Мне батин друг с Америки мяч привез. Ого! Охеренный. Ну, я себе, кстати, шорты купил Puma, как у тебя, только белые. Красава. Сейчас фоткаю оригинал. У меня тоже. Давай. Четкие. Я себе похожие брать буду. 100 рублей, нормально. Они капец там дорогие есть. По 170. Хрена себе, пишет Саша. А, это смешно, да. Окей, задание выполнено, хорошо. Что ж, я следующий, ребята, вот коробочка, достаю. Я уже жду, когда ты что-то покажешь. Как подписан лучший друг начальник? Короче, показываю, Ксане Монтажник у меня подписан. У нее подписан. Раньше было Оператор 2. Да. Оператор 2, это держалось типа 100 лет. Оператор 2 просто. Смотри, у него я даже не подписан. Не в телеге, да, в контактах ты? В контактах. Ой, так нечестно, он прямо сейчас подписывает. Скотина, чем тебе ударить? Только что подписал: Саня лучший друг. Ладно, признаю, ты не был у меня подписан. Тебе не стыдно, честно? Вот. Теперь Саня лучший друг. Зато видишь, благодаря этому видео все стало на свои места. Наигранные вот эти надписи, вот это не надо. Я номера запоминаю, я тренирую свою память на номера. 53 – это Саня, там 44 – это Кирюха. Я скажу так, что у меня не 53. Теперь я тяну. Самая тупая заметка в телефоне. У тебя есть вообще тупая заметка?
вообще заметки есть? У меня очень много заметок. Реально? Что там пишешь? Я уже, кстати, это рассказывала на видео у Миши, что я, короче, если я злюсь на кого-то... Ты запишешь заметку, вот он черт, чтобы да, не забыть? Нет, я пишу, типа, как будто бы, чтобы я хотела сказать этому человеку, но в заметке. Когда вот, знаете, первая вспышка агрессии, я пишу в заметку. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Так странно, я такой впервые такую методику вижу. Сейчас, я... Подожди, у тебя есть пов. Что это ты сценарий для какого-то пова? Давай почитаем, хороший это пов или нет. Ехать в метро или в тралике? Или в автобусе. Друг напротив друга, парень и девушка. И тут парень делает подожди, скат. Можете накинуть сейчас, вот визуализируйте то, что она читает, сделаем пов сразу. Ехать в метро или в тралике, или в автобусе. Друг напротив друга, парень и девушка. И тут парень делает подкат. Ну, то есть... В футболе как типа? Что же он творит? Видя, что на него смотрит девушка, он на запотевшем стекле рисует сердечко. Девочка улыбается. Угу. Короче, просто это прикольное видео. У меня в жизни так было. Я ехала в автобусе. Что же он творит? Первое фото в телефоне. Первое, самое? Да, самое первое фото в моем телефоне. Она очень милая. Знаете почему? Потому что... Я помню, как тогда, я говорю маме, давай тебя сфоткаю, это будет моя первая фотка в телефоне. И у меня мама на телефоне, первая. Да, реально, это первая фотка. Ну, это мило. Это лайк. Еще ты сохранил эту фотку? Да, я все, я обожаю хранить все фотки. Все, что я делал, я обожаю. Очень мило, поставьте лайк. Да, это вообще очень мило. Блин, ну поставьте лайк. Не ожидали, да? Не ожидали. А я милашка еще тот. Давай ты. Дайте ему, пожалуйста, ну, что-нибудь жесткое. Он сидит, только пьет и номера записывает. Последние просмотры на YouTube. Кто смотрел последний? Ай, он там всякую эту чепуху смотрит. Так, смотрим, что я смотрел последний раз. Ну вот, неловкие ситуации Карамбэйби. А, западный блогер, ну, чтобы какую-нибудь идейку стырить. Бустер Чил посмотрел. Первая в жизни встреча Ликса и Эвилона. Просто обожаю Ликса, он легенда. Ликс Твича. Крутой. Ну все. Ну потом... дальше музыка, да, вон. Теперь я. Последний кружок в ТГ в избранном, либо же в переписке с лучшим другом. С лучшим другом, с Артемом. Короче, вчера я переписывалась с Артемом, своим лучшим другом, и мы обсуждали вечером шоу «Сердце Ивлеевой». На самом деле у нас с ним всегда орные кружки какие-то смешные, но тут реально последний ни о чем. Сейчас. Вообще, кстати, на прикол без прикола есть такая рубрика в Ютубе очень популярная. Но некоторые ребята снимают, называется «Тиндер в реальной жизни». Я просто вам расскажу. Типа, они например, компания друзей выбирает одного друга, у которого типа нет девушки, зовут там 50 девушек условно, и он типа выбирает среди них. Ну там, короче, в шуточной форме. Мы с Егором подумали, может, для Сани такое видео сделать. Кстати, это классная идея. Еще да, раз. Мы давно обсуждаем. Давай снимем видео, типа Tinder реальной жизни, где мы тебе ищем девушку. Короче, ребята, если хотите, чтобы мы сняли такую рубрику, где мы ищем девушку Сани, поставьте под этим видео лайки. Если соточка тысяч, снимем. Девчонки. Нет, вот эти кружки, ребят, говорят. Я ваш. Фото из альбома «Недавно удаленный». Открывай альбом «Недавно удаленный». Не могу. Что? Ну, там ничего не смешного, ничего вызывающего, просто... Ну, я говорю, там ничего нет такого провокационного. Да ты уже не докажешь никому. Если ты говоришь, что там ничего нету... А ты тоже выпил, что ты уже? Нет, я-то выпил. Если ты говоришь, что там ничего нет, у нас воображение работает так. Да, там 100% да. Твои нюцы. Да. Просто там такое, что... Ну, не хочу показывать. Ну, я понимаю, да, нюцы. Ноги голые. Нет, там ничего, вообще не, это не я. Козюльки? Не со мной. Девушка голая. Да. Пей. Это лимонный сок? Да, спасибо. Мерзь не за говнякой. Фото с девушкой или парнем предыдущего отношения? Вот, фото бывшей. Пожалуйста, только... Фото с бывшей. Фото с... О, у меня нет фото с бывшей. А, ну покажи тогда ее фотку. Всем интересно, как она выглядит. Да, я даже не могу представить. Я тоже. Она похожа на Яну? Ну, это... Да. Ну, типа, отдаленно, на минимал. На тебя, прикинь, похожа. На Макса. Ну, я не знаю, смотрите, я показываю фото... Бывшей девушки. Бывшей девушки. Да. Показывай. Ну, все. Ну, лайк стоит. Лайк стоит! Так это давно! А когда фотку это она выложила?
Да, это ее фотка всю жизнь, мне кажется, она вообще никогда не меняет ее. Зато, ребят, мы увидели, как выглядит бывшая девушка Егорика. Милашка, красивая. Спасибо. Но до Янки еще далеко. Забайтил. Как же ты засмущался? Чего так смущался? Вообще не засмущался. Ну, ребят, все, что связано с любовью, все стеснительно. Ладно, так, давайте тяну. Тяни. Фото пьяный. Это нам надо! Это нам надо! У тебя есть фото, где ты пьяная? Ты что, пьешь? Ладно, у меня есть классная история и классная фотка, где я пьяная. Не, это реально классная история. А вот фотка, тут я, Егор, Ваня Дмитриенко, Юля Гаврилина. Короче, это мы ходили на день рождения к Марусе. Я играла в бирпонг, и мне попадались там напитки крепкие очень, и я напилась. И вот эта фотка. Ну, кстати, по твоему лицу тут не скажешь, потому что ты в очках, все, видишь, как удачно вышло. Ты да, в очках. Да нет, видно, что пьяненькая. Ваня Дмитриенко тоже в очках, поэтому можно считать, что он тоже пьяный. Ну, кстати, Гаврилина выглядит очень такой трезвый. Короче, и после этой вечеринки, ребят, вообще, мне было очень плохо. После этого я так больше никогда не играла в бирпонг. Окей, let's go. Фото, где ты вышел ужасно. О, таких у тебя фоток немало. Это каждая фотка. Но, короче, у меня есть фотка. Это, кстати, меня Яна сфоткала, где я держу носок, который лежал в моей комнате, может, месяца 4-5. И я просто ребятам показал, смотрите, какой носок гнилой. Шикарная фотография. Шикарная! Шикарная! Засейвились, синхронизация произошла. Теперь ты. Так, вложение с лучшим другом. А у тебя есть лучший друг? Санек, ну наше вложение. В Телеграме. В Телеграме. Это вообще пока. Это... Саня лучший друг. Видите, как все схвачено? Поехали. Это база. Это чьи ноги? Кирюхины. Тут я Саня говорю, что смотри, как бы круто я смотрелся, если бы я играл маньяка, как Джеффри Даннер. Тоже. Вот Саня ест. На вилле. Смотрите, моська все время грязная. Я, кстати, Саша, когда каждый раз ест, он весь грязный, я не знаю, что за прикол. Но согласись, он всегда, если ест, он вот так. Дед. Тут мы делали усы накладные, чтобы снять себе видос-пранк над Лигой. Так, Ликсик, это мы на съемках. Ты скидывал Сане, что типа, братик, вставай. Так, это Саня Малый. Это маленький Саня. Уже рок-звезда. Это разработки мерча. Что это за мем? Да. Ну, в общем-то, вот. Ну, скучно. Скучно, бляха, показала бы хоть что нормально. Саня, это наши переписки. Не, ну это там, просто там смесь. Понимаешь? Рабочий, мемов. Мемы. И еще просто, где у меня фотка, где я сплю. Мой поиск в соцсети. Короче, показываю свои поиски в запрещенной соцсети. Luna.com. Саша Айс. Саша Айс — это бывшая девушка Вани Дмитриенко. Мне было интересно узнать, что они расстались. За хайпом слежу. Потом какая-то девочка Саркисян, не знаю, кто это. Потом я пыталась найти аккаунт Насти Рыжик, поэтому у меня очень много Насти Рыжик. Катя Адушкина, Чанны, Кристи Край. Короче, у нее тут все девчонки, вообще никого, ни компромата, да. Ничего не интересно. Потом Лерчик, у нее недавно был дыре, я офигела, какой дыре был у Лерчик, хочу такой же. Короче, как-то так, ничего интересного, да? Да, да, опять я. Да. Давай. О, все? Да, уже финишная прямая. Последний остался? Последние две. Да давай там. Левая или правая? Там левая, Санек, левая, левая. Там не жестко. Сейчас позвони, бывш. О, это смешно. Фото после тусовки похмелье. К сожалению, я пью. Такая фотка есть. Сейчас найду. Последняя сейчас, знаешь, в галерее просто. Да вот, да прям сейчас. Да, ребят, наблюдайте. Блин, был связан, он сфоткался и вот так вот. Там похмелье лютое было. Видно вся боль. О боже, видно, как же тебе херово. На глаза, просто он еле. Он, как бы зрачок находится в яблоке, вот в границе, но он как бы не может разделен. Зайти ниже, да, он не может зайти. Второго глаза вообще нет. Окей, ладно, теперь моя последняя осталась. Да, к сожалению, у меня на одну меньше. А давай мы тебе придумаем вдвоем с Егором. Ну, конечно. Ну, можно. Можно, конечно. Затраты за месяц.
Там вообще понты. Я все с рабочей карты. У меня есть рабочая карта и физическая. А теперь посмотрите, вот контурная карта есть? Есть контурная. Смотри, я показываю, сколько я на себя трачу. Вот, 200 тысяч я на себя потратил за ноябрь. Но это же вообще ничто. А на ролик там столько, вот на рабочей карте там очень много денег. Ну, да, там миллион на полтора, наверное. Короче, давай мы тебе придумаем задание. Я знаю, что можно придумать сейчас. Давай ты зайдешь в YouTube и в поиск. Твои поисковики. Вот. О, это прикольно, да. Поисковики YouTube. И как раз мы посмотрим Яни на интересы, что она смотрит YouTube. Да. Так, Егорик, похвально. Яна, смотри. Богиня шопинга. А что смешного? Ну ты богиня шопинга, типа. Это шоу на субботе смешное. Ага. Дима Масленников, Рогов. И последнее, что там было? АСМР для сна. А Миша Вайс вот есть. Фая. Не, ребят, я реально. АСМР шепот. Эминем перевод. Не, это я это реально не искал. А, это я. Это я. Короче, твой же аккаунт на компе, это я смотрю, так что не надо, выходите, ребята, выходите. Так, смотрим, что Саня. Нет, выходите, смотрит. Выходите! Короче, получается, сам себя засканил. Да, вот дурак чел вас. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Нет, им очень понравилось. Им очень понравилось это видео, а еще посмотрите, все рюмочки почти... И поэтому мы под конец бахнем. К сожалению, я пью. Так, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы так лайтово посидели, посмотрели, что у нас в телефоне. Что-то было веселое, что-то не очень. Напишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Покупайте когда-нибудь мерч. Он пока еще не продается, вот. Но когда-нибудь, возможно, будет. Все, ладно. Ребят, всем хорошего вечера. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Люблю. Идем к 2 миллионам. Кнопочку не забудь.